Вологодские журналисты за победу! Они форсировали Днепр, брали Кёнигсберг, били противника в небе и вступали в партизанские отряды. Истории своих прабабушек и прадедушек, участников Великой Отечественной войны, собрали ученики школы номер 14. Они создали свою книгу памяти, которая теперь пополнит и городскую летопись «Вологодщина. Земля героев». Историю слушала и Юлия Савинцева. Она пришла с улыбкой с вокзала и сбросила с порога вещмешок. Это стихотворение Таня Резинкина выучила еще в детском саду. Читая эти строки, вспоминает своего прадеда Михаила Седова. О нем много рассказывала мама. Мой прадедушка Седов Михаил Николаевич был связистом. Во время Великой Отечественной войны участвовал в битве за взятие Кёнигсберга. Был награжден медалью. В честь 40-летия Великой Победы над фашизмом был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. А вот Кира Григорьева написала о своем прадедушке небольшой рассказ, в котором описан подвиг, совершенный Петром Шевелевым во время форсирования Днепра. Второй батальон, переправившись через реку, вступил в ожесточенный бой с противником. Так продолжалось 3 дня. За то время минометный расчетчик Жан Шевелева подвиг 2 станковых и 6 ручных пулеметов, вывел из строя 2 бронемашины и уничтожил более 50 солдат и офицеров противника. Связисты, радисты, разведчики, рядовые, командиры полка, летчики и танкисты. Более 10 таких историй о своих родственниках-фронтовиках собрали ученики 14-й школы. Все рассказы они объединили в свою книгу памяти, которую представляют теперь на уроках мужества. Давайте говорить о той страшной войне, чтобы и другие поколения помнили их подвиг. Эта работа идет в рамках акции «Найти героя в своей семье». К ней подключились уже более 250 школьников. Проект продлится вплоть до 9 мая, а все собранные юными вологжанами истории пополнят городскую летопись «Вологодщина. Земля героев» на сайте администрации города. Это своеобразный сборник рассказов об участниках Великой Отечественной войны, который сегодня насчитывает более 3300 имен. Сайт «Вологодщина. Земля героев» получил новое оформление, новое содержание. Здесь не только помещены фотографии всех вологжан, участников Великой Отечественной войны, но и по каждой фотографии можно прочитать историю об этом человеке. А также, воспользовавшись поисковиком, можно найти какого-то вологжанина и узнать о нем его историю. Можно добавить и свою историю. Сделать это очень просто. На сайте администрации необходимо заполнить заявку, отправить данные об участнике войны, прикрепить фотографию, текст. Также можно загрузить и документы. После этого материалы пополнят летопись, а портреты вологодских героев появятся на главной странице сайта администрации города. Юлия Савинцева, Михаил Прищев, Вологда-Портал. Вологодские журналисты за победу!